Рогов Юрий Леонидович, глава департамента финансовых рынков фонда IT Smart Money. Юрий Леонидович, здравствуйте. Добрый день, дамы и господа. Очень рад вас всех видеть. С 2003 года я знаком с Алексеем Григорьевичем. Мы работали с ним на многих проектах, как в Сагазе, так и в Газпроме. И достаточно плотно поддерживали отношения. Алексей Григорьевич занимался IT, то есть консультированием, там, бизнес-процессами, автоматизацией и так далее. И когда после очередного кризиса 2014 года, а это было очень благоприятное время, как вы сами понимаете, любой кризис, он очень благоприятен вообще для начала инвестирования. Почему? Потому что все достаточно просто. Все на низах, все упало, имеется в виду котировки акций. И в это время достаточно безопасно заходить начинающему трейдеру. И тогда у него возникло предложение, а не автоматизировать ли часть процессов, которые поддаются алгоритмизации и автоматизации в целом. Мы нашли несколько алгоритмов и начали пробовать. То есть сначала было достаточно простое, это были торговые роботы. Дальше больше мы начали находить некие, скажем так, закономерности, которые позволяли нам отслеживать те или иные события на фондовом рынке. Давайте перейдем непосредственно к функциональной модели работы департамента финансовых рынков. То есть мы переходим непосредственно к той теме, как фонд зарабатывает деньги для наших инвесторов. На экране вы видите слайд, на котором изображено достаточно схематично, как происходит работа. Итак, прежде всего, работа нашего департамента заключается в обработке большого массива информации. Это и обзоры аналитиков, это и фундаментальный анализ. Кстати, если тут есть трейдеры, я готов пообщаться там в процессе там обсуждения вопросов по мнению фундаментального, технического анализа и так далее. Это и технический анализ, и, как я уже сказал, роботизированные системы, которые на самом деле, на мой взгляд, на сегодняшний день достаточно идеальны и очень хорошо помогают нам в данной работе. После чего обработанная информация попадает на стол нашим аналитикам. Еще раз все проверяется, делается дополнительный анализ. И на основе этого анализа составляются торговые планы. Торговый план – это не что иное, как торговые приказы. То есть, что мы покупаем, по какой цене мы покупаем. И самое главное, в каких случаях мы выходим из сделки и при каких случаях мы завершаем сделку, с каким профитом, с каким результатом. Дальше все это переходит к нашим брокерам. Они непосредственно осуществляют торговую деятельность по нашим торговым приказам. Здесь вы видите наших 4 брокера, с которыми ведется работа. Это Interactive Brokers, Aton, Alpha Direct, TradeStation. Interactive и TradeStation – это 2 иностранных брокера, которые прежде всего торгуют на американских биржах и на лондонских, европейских. То есть Aton и Alpha Direct – это российские брокеры. При этом Aton имеет представительство по всему миру, и он нам на сегодняшний день дает возможность напрямую торговать на азиатских биржах, таких как Шанхай, Япония и там прочих. На сегодняшний день, без ложной скромности скажу, наша модель работы позволяет в месяц зарабатывать от 50% депозита, то есть тех денег, которые имеются в управлении департамента финансовых рынков фонда IT Smart Money. Как вы видите, депо у данного брокера на сегодняшний день 3 миллиарда, мы постоянно поддерживаем эту цифру. Как только эта цифра превышает определенное значение, и по необходимости мы выводим определенную часть денег, но так или иначе, вот в управлении плюс-минус 3 миллиарда всегда находится.
Давайте непосредственно к отчетам. Чтобы не осложнять картинку, я покажу за последние там, 3 дня, например. Итак, первое, что мы видим в отчете, это разрез портфеля в разрезе валют и в разрезе активов. На что стоит уделить внимание? Это то, что через данного брокера мы в основном торгуем на американской бирже. Соответственно, у нас основная валюта, в которой мы держим активы, это доллары. И второе, это то, что практически в позициях мы не находимся в долгую. То есть, как вы видите, написано акции всего 8% от всего депозита. Что это значит? Это значит только то, что мы играем практически в интрадей, то есть находим те идеи, которые можно реализовать в течение дня, и по возможности, а особенно перед выходными, мы стараемся закрывать практически все сделки на 100%. И, как я уже говорил, это у нас отчет с понедельника по среду. То есть за сегодняшний день, торговый день еще только начался, и мы не можем и не имеем возможности посмотреть картину сегодняшнюю. То есть 3 дня с понедельника по среду мы заработали почти 5 миллионов. Стоит внимание обратить на эмитентов, которые здесь представлены. Здесь в основном биотехи. Почему? Потому что для спекулянта, а мы занимаемся именно спекуляциями, интересна большая волатильность в котировках акций, а именно биотехи на новостном фоне, они показывают от 10 и там бывает до 100, до 200% за день. Вот. Но помимо этого, о чем мы сегодня будем говорить, вы видите в списке эмитентов китайские компании, занимающиеся обучением. Об этом я бы хотел сегодня поподробнее рассказать, чтобы у вас было понимание, как и как работают, скажем так, наши сотрудники и как зарабатываются деньги на новостном фоне, в частности, на китайском. Я сейчас перейду к следующему. Так. Здесь. Итак, как я вам обещал, показать именно китайские акции и объяснить, как зарабатывались на этом деньги. Если кто-то работает на фондовом рынке, как частный там, инвестор, как частный трейдер, они должны были отслеживать вообще новости и быть в курсе того, что сейчас китайское правительство активно взялось за реформу образования. А в частности, они запретили иностранным инвесторам вкладываться в эмитентов своих, то есть в компании, которые занимаются коммерческим образованием, в том числе онлайн. Как вы видите, эта война у нас уже длится с февраля этого года. То есть вот буквально там с февраля этого года котировки этих акций все падают, падают, падают и падают и падают. Что же произошло буквально вот на прошлой неделе? А именно правительство объявило о том, что они введут запрет на дополнительное коммерческое образование. И как вы можете видеть, здесь акция открылась гэпом вниз. То есть вот этот разрыв, где нет свечи, это так называемый гэп. Но, возвращаясь к Альфа-Директу, о котором я вам рассказывал, в Альфа-Директе этого гэпа нет. Почему? Потому что вот эти графики, которые я вам сейчас показываю, это графики с основной сессии. С основной сессии, американской сессии. Соответственно, когда вышла новость, она была известна нашим трейдерам, российским трейдерам и европейским трейдерам уже утром, они уже начали скидывать акции. И когда открылся американский рынок, он открылся сразу уже вот на этой отметке. То есть они пропустили вот этот момент, когда,
котировки акций резко спускались. И они увидели уже лишь результат, к сожалению. Ну, я им сочувствую просто, да, то есть пока американцы спали, мы торговали этими акциями. Следующий вопрос, который, в общем-то, вы готовы задать, а я уже его чувствую, и я его сразу отвечу. Как зарабатываем на падающих котировках? Дело в том, что есть два типа торговых сделок. Одна из них называется long. Это так называемая бычья позиция, когда мы покупаем акцию подешевле и продаем ее подороже. Всем понятно, абсолютно тут никаких вопросов не возникает. Второе дело, фондовый рынок дает возможность зарабатывать очень многими способами. Не думайте, что только можно зарабатывать там, покупкой акций, продажей там, по более дорогой цене. Есть так называемая шортовая сделка. Это когда мы взаймы у брокера берем акции, в данном случае, вот, например, по $22, и тут же их продаем. Что происходит дальше? Нам надо брокеру вернуть акции. Мы ждем снижения котировок до определенного момента. Вот, предположим, тут $6. И в этот момент откупаем эти акции. Тем самым мы продали дороже, купили дешевле и отдали акции, которые мы должны были брокеру. Вот. В целом же, если посмотреть на китайский рынок, а его роняли практически всю прошлую неделю, и больше всего роняли компании, которые занимаются образованием. Я специально сделал небольшую подборку. Тут вот четверка таких крупнейших компаний. Вы видите, что картина по ним всем, в принципе, одинакова. То есть они отреагировали на новость очень однозначно, и практически все упали. Кто на 50%, кто там на 80%. Что будет дальше, абсолютно неизвестно. Тем не менее, известно, что совершаются некие инсайдерские покупки. И я думаю, что китайские власти, а они далеко не глупые, они так или иначе отреагируют на эту ситуацию и постараются исправить ситуацию на фондовом рынке Китая. Потому что фондовый рынок, повторюсь, это на сегодняшний день кровеносная система вообще мировой экономики. Все крупные решения, все крупные сделки, они совершаются на фондовом рынке, так или иначе. На сегодняшний день невозможна реализация ни одного крупного проекта без привлечения денег через фондовый рынок. Даже такие компании, как Роснефть, а вы знаете, что это, в принципе, государственные компании, Газпром и другие компании, они так или иначе привлекают деньги через фондовый рынок. Вот. Что происходит на фондовых рынках сегодня? На самом деле все достаточно, скажем так, на грани риска. В том плане, что индексы у нас основные сейчас наверху, они бьют очередные рекорды. Второе, все ждут решения по дополнительному стимулированию, так называемую ДКЕ, которая вчера, кстати, происходило закрытие очередного брифинга по ФРС, и Джером Пауэлл его вчера вечером озвучивал. Рынки восприняли его достаточно хорошо, но в принципе реакция была ожидаемая, то есть ничего нового. Что еще происходит? Мы ждем очередную волну ковида, и все это вперемешку на самом деле вызывает на рынках определенный хаос. Именно по этой причине сейчас нужно быть очень осторожным. И если работать как инвестор, я бы вам сейчас вообще не советовал соваться на рынок. Сейчас можно работать только спекулятивно по некоторым позициям, по определенным вещам. Как эти отслеживать вещи? Ну, это прежде всего интересоваться мировой экономикой, новостными фонами, искать взаимосвязи, так или иначе следить именно за новостями. Global Star Club. Возможности безграничны.